дискуссии. А спорт – это наше все, позитивное мышление, сила духа, здоровое тело, здоровье, хороший иммунитет, красота и долголетие. Приходите заниматься к нам в федерацию. Так, ну теперь я из Перми, кто я по профессии, соответственно, как я попала на этот форум, на этот стенд, соответственно. Да. Это индивидуальная информация. Индивидуальная информация. Да. Ладно, хорошо. Так, ну и тогда еще раз, что лично вам дает бокс? Силу духа, уверенность в себе. Уверенность в себе. И не только, на самом деле сила. И более высокую самооценку, да, я произнести фразу, и более высокую самооценку. Да, повышает самооценка. Самооценка от знаний приходит, знания от бокса. Самооценка от знаний. Пить может любой, а есть замечательная фраза, человек силен не тот, кто может ударить, а силен тот, кто может от этого отказаться. Мудрая фраза.